На 15% выросли за последние 12 месяцев депозиты жителей Тверской области. На начало июля накопления жителей региона на вкладах и текущих счетах, без учета средств на счетах эскроу, составили почти 220 миллиардов рублей. Почти 96% средств наши земляки хранят в рублях, отмечает в управлении Центробанка. Жители региона откладывают деньги регулярно. Вклады продолжают оставаться основным инструментом для сбережений. И главными аргументами здесь являются надежность и гарантия получения дохода. Тем более в условиях, когда процентные ставки имеют тенденцию к повышению, отметила эксперт отделения Банка России Наталья Сверкунова. Сумма средств индивидуальных предпринимателей увеличилась на 29% до 8 миллиардов 100 миллионов рублей. Депозит юридических лиц на 8,6% и составили 35 миллиардов. Объем накопления на счетах организации вырос на 14,2%, составив на начало второго полугодия 45,5 миллиардов рублей.